Добрый день, меня зовут Александр Фролов, я шеф-повар ресторанного комплекса «Трифоль». Сегодня мы с вами приготовим борщ на углях и говяжьи щечки, запеченные в томатном соусе. Для приготовления борща на углях мы используем овощи, такие как капуста, морковь, лук, маленький мини-картофель. Бульон мы вывариваем двое суток из говяжьих костей. После того, как мы нарезали крупными кусками овощи все, мы их запекли на живых углях. Затем мы их помещаем в бульон, и овощи отдают легкий копченый аромат. После того, как овощи дошли до готовности, добавляем лимонный фреш и фреш из свеклы. И готовый борщ мы украшаем зеленью свежей. Блюдо томленые говяжьи щечки в соусе. Берем говяжьи щечки, зачищаем их, вывариваем 5 часов с различными пряными травами. После того, как щечки практически готовы, мы их достаем из бульона и обжариваем вместе с овощами. Добавляем томатный соус. Мы перекладываем все это в чугунную сковородочку небольшую и заготавливаем, уже запекаем на живых углях в печке Оскар. Посыпаем зеленью и отдаем гостю.